пассажирский режим столкнулся с целью. Ага, это ты как? А. Я тут снимал. Ну посмотрим. Так, сколько здесь? Тут 16. Дрифты 96-го года. Неплохие. Да, тут уже поделило. И связи сразу с диспетчером осталось. Ага. Только не знаю, функционирует, не функционирует. Кстати, мне Миша сказал, что вот таких у вас прозрачных плафонов очень много в этом, как бы, городе. Ну да. В моем старом лифте, по-моему, тоже плафон был прозрачный. Да, но я когда ходил, я чуть не помню. Но ты был в первом подъезде. Вот. Там вроде не прозрачные. Ну, я-то в первом не был. Поэтому... Понятно. Там, кстати, на 16-м есть, короче, когда входишь в квартиру, там домофон такой есть, хочешь? Сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, 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 сниму. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Иду, иду. Все смотрите, как правильно взламывать домофон. Я этот зон тоже снял. Оп, снял. Да. Ой, я же говорю, тут убить. Сейчас, стой я пока. Сейчас попробую. О! Первый шпиль. Давай. А. Он меня одного, кстати, еще недавно не выдерживал. Да ладно. Ага. В смысле, не выдержал? Срабатывал перекрут, что ли? Нет, наоборот. Вообще не спускал, но пришлось долго удерживать кнопку, чтобы уехать. Я тут в августе снимал. Как раз. Вот, надеюсь, там это... У нас никто на самом деле не собирается. Ну, я надеюсь, что нет. Но если что, вот... Угу. Веселая кнопка, стоп. Первый. А, этот все еще в пути. А, нет, этот... Там, он скорее всего, кто-то вызвал, когда он спускался. Ну, его можно... Почти так выйдем, через... А, то есть можно отсюда...